Пассажир рейса Чебоксары-Москва, который еще весной воспользовался услугами компании «Победа», взыскал крупный штраф с перевозчика. В Московской транспортной прокуратуре отмечают, что лоукостер нарушил права потребителей. Пассажиры отказались пускать в салон самолета, пока он не заплатит 2000 рублей за провоз портфеля. Это требование противоречит федеральным авиационным правилам. Теперь перевозчик обязан выплатить пассажиру 20 тысяч рублей, отмечают в прокуратуре. Напомним, что это не первый инцидент с компанией «Победа». Перевозчик уже штрафовали на 100 тысяч рублей за требование оплатить провоз рюкзака в ручной кладе, хотя он соответствовал габаритам. Кроме того, пассажиры лоукостера часто жалуются на задержки рейсов. Неприятный инцидент недавно произошел и с нашей съемочной группой. По вине авиакомпании «Победа» самолет прилетел из Москвы в Чебоксары с часовым опозданием. Хотя, отмечают многочисленные пассажиры, для перевозчика это, к сожалению, не предел.